Добрейший вечерочек, ребята, с вами снова я, Ферамир, и сегодня я решил записать видео. Две большие проблемы, я не знаю, ребят, что делать. Меня предали все. Все, с кем я общался, они все предали меня. Мне угрожают убить меня. И моим родителям угрожают то же самое, я не знаю, что делать. Я решил снять это видео на фоне этой злополучной двери, за которую все меня ненавидят. Я не понимаю, что я сделал не так. Вот, смотрите, те, кто имел что-то против двери, я надеюсь, что теперь вы хотя бы перестанете это делать. Вы перестанете это делать, потому что... Почему мне никто не верит? Почему те, кто это сделал со мной? Они остались невинными, они ничего не делали. Им ничего не сделали. Они подожгли мою дверь, но я отвечаю за все поступки, меня предали все. В том числе мой кумир Белл, я начинал снимать ролики именно из-за него, и я это всегда говорил. У меня, ребят, большие проблемы, я никогда этого не говорил и не хотел этого говорить, но это было видно в моих роликах. Ты что? У меня диссоциативное расстройство личности. У меня социофобия и социопатия. Когда я начинал снимать ролики, я думал, что я буду снимать их для того, чтобы радовать людей, своих подписчиков. И тех, кому тоже трудно общаться. Они будут смотреть мои ролики и вдохновляться и понимать то, что есть... Если вам не повезло и... И вам тяжело общаться с людьми, то по моему примеру, я думаю, те ребята, которые меня смотрят, они будут радоваться и думать то, что они могут снимать ролики, несмотря на то, что их травят. Я всю свою жизнь, ребята, всю свою жизнь. Из-за моего недуга. Меня травили и в школе, и в институте, и друзья. Если ты это смотришь, я Завагор. Зачем ты наговорил Мэллу эту неправду? Ведь все это произошло на самом деле. Я тебе это рассказывал в скайпе, то что меня реально подожгли, но ты сказал ему, что это все неправда. Зачем ты это сделал? Из-за зависти. Из-за денег. Что он тебе предложил? Это, ребят, последнее видео на моем канале. Простите меня, что такого в ужасном состоянии, но... Если последнее мое видео, я решил с вами поговорить по-честному. Зачем, Злогор, ты это сделал? Ты же смотришь это видео, зачем ты это сделал? Я еще могу понять другие люди, которые сделали это. Зачем ты это сделал? Я не понимаю, мы же с тобой были друзьями, я верю тебе. Ты... Я не понимаю. В общем, ребята, я надеюсь, что вы посмотрели это видео. Почему мне досталось все это? Я не просил всего этого. И что были эти люди, которые подошли мне в дверь? Ютуберы, а Завагор, зачем вы все это делаете? В общем, ребята, это мое последнее видео. Я надеюсь, что вы меня поддержите. Я больше не буду ничего снимать. Хватит всей этой ненависти. Я не могу, ребята. Когда родители мои видят, как мне угрожают. Мне уже наплевать на себя, но мне жалко за родителей, которые любят меня и которые, если меня убьют однажды, я боюсь разбить им сердце. А если вы не верите, идите к черту!
В общем, я хочу сказать в конце то, что мне нравилось вести свой канал, я не хотел бы это все заканчивать, но меня вынуждают другие люди, меня все предали. В общем, спасибо, что вы меня смотрели все эти годы. И увидимся, я не знаю, когда. Заходите ко мне в ВКонтакте, я тоже устрою прощальный пост. Можете написать все, что угодно. Я заканчиваю сегодня. Почему? Почему вы все так делаете? Солагор, ну вот ты мне друг. Поддержите, ребят, те, кто еще смотрит это видео, и те, кто еще верит мне. Я не понимаю, что я заслужил все это. Пока. Всего доброго вечера. И если вы это смотрите, те, кто... Те, кому тоже трудно общаться с другими людьми. Кто... То вы посылайте все к нам, к тем, кто вам угрожает. Они мрази, ребята. И они злые. Всем пока. Всем доброго вечера.